добрый вечер. Доброе утро, добрый день. Снимаю вечер, поэтому говорю вечер. Предлагаю вам свой способ для фиксирования палаток. То есть мы всегда там проходим на рыбалку, проезжаем, ставим палатку, если ветерок дует, мы начинаем крутить, холодно, не холодно, мы закручиваем, мучаемся и так далее. Идея, значит, следующая. Я взял 4 трубки, ну, примерно вот по сантиметров по 12. 4 саморезы, 120-е. Для этого понадобится бита, клей, ну и вот эта вот губка с фикс-прайса. Детские там пазлы какие-то. Вот, значит, предлагаю следующее. Нарезаем мы. Отрезаем вот такой вот кусочек. Буквально вот такой вот кусочек пазла этого. В любом месте этого пазла. Проклеиваем клеем для фиксации, чтобы он, ну, лишний раз не улетал у нас. Сейчас объясню, для чего это я делаю. Проклеил. Беру эту трубочку. Ставил в трубочку, которую я показал. Все, она зафиксируется. Значит, в трубочке я проделал посередке отверстие. В это отверстие потом мы по приезду на речку вставляем саморез. Берем биту, шуруповерт. У каждого сейчас у нас есть ледоруб электрический в основном. Ну и пусть дальше будет отвертка. И закручиваем. Мы фиксируем палатку. И она хорошо держится. А для чего я сделал вот это? Сделал это я для того, чтобы мы с собой эти саморезы не просто носили, а вот ставили вот так вот его. Закрутили. И он у нас там зафиксировался, стоит. Приехали на место, вытащили, проделали. И мы довольны. И улыбаемся. Кому понравился, ставим классик. Кому не понравилось, ставим минус. Всем приятного просмотра. Всего доброго. До свидания.